Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви Оксфорда. Сегодня я хочу поговорить с вами о пророчествах о Боге-человеке. Они очень важны. Ветхий Завет предсказывает приход Мессии, и этот Мессия станет спасителем мира, а также царем мира. Мы, верующие в Иисуса, Знаем, что Он исполнил эти предсказания. Интересно то, что многие из этих предсказаний говорят, что Мессия будет не просто великим человеком, а самим Богом. И поэтому я называю эти предсказания о Боге человеке. Евангелие провозглашает, что Бог стал человеком в образе Иисуса Христа. Это радостная весть, которую мы вспоминаем каждое Рождество. Бог так сильно любит людей, что стал одним из нас, дабы спасти нас от греха и ада, чтобы искупить нас навеки для себя. В Евангелии от Иоанна 1 главе сказано, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, это имя Иисусом, и слово «Иисус было Бог». Это вечное слово стало плотью, стало человеком, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бог-Сын стал Сыном человеческим, и нет более важного послания сегодня, чем провозглашение истины о том, что Иисус Христос не просто человек, но и полностью Бог. Он Бог Сын, вторая Личность Троица. И поскольку Он Бог, Он достоин нашего полного посвящения, нашей полной любви и преданности, полного повиновения в сердце и жизни, поклонения и служения от всего сердца. Это выражается христианским исповеданием, внешним проявлением спасенного. И это когда мы говорим, Иисус есть Господь. В послании к римлянам 10 главе сказано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это заявление верующего сердца о том, что Иисус обладает абсолютной финальной властью, которая может принадлежать лишь Богу. Мы также выражаем личное подчинение Его власти над нами как Господом. Так как Иисус ⁇ Господь Бог, Он мой абсолютный Господин, Хозяин и повелитель. Вот почему первые христиане отказывались исповедовать Цезаря Господом, даже когда им грозила смерть. Они были готовы умереть за свою веру, потому что исповедуя Цезаря Господом, они признавали Его своим Богом, отдавая Ему честь, которая принадлежит Христу они не отказывались подчиняться Цезарю как человеческому правителю, как господину. Они слушали Слово Божьего, которое говорило им подчиняться властям. Требование исповедовать Цезаря Господом подразумевало не только признание в нем земного правителя, но божества, которому нужно поклоняться. Точно так же наше христианское исповедание Иисуса Господом — это провозглашение Его Богом, который обладает высшей властью, которому мы подчиняемся и поклоняемся. Любой истинный верующий признает Иисуса Господом. Это означает, что Он Бог и тем самым обладает высшей властью над нами, будучи нашим Господом. Это исповедание выражает наше личное подчинение Иисусу как нашему Господу и Богу. Фома показал нам пример такой веры, когда встретился с воскресшим Христом и поклонился Ему. В Евангелии от Иоанна 20 главе сказано, «После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними». Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам». Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой, Бог мой». Иисус подтвердил, что Фома был примером настоящего верующего, как показывает его исповедание веры во Христа как Бога. Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». Настоящая вера во Христа включает в себя веру в то, что Он Бог, подчинение Ему как Господу и поклонение Ему как Богу. И Иисус принял поклонение от Фомы. Но сам Иисус сказал, «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Это подтверждает, что Иисус называл себя Богом, потому что поклоняться можно лишь Богу. Если Он не был Богом, Он исправил бы Фому за то, что тот поклонился Ему как Богу. Иисус похвалил Фому за его веру и уверил его в том, что поскольку он поверил в Него как Господа и Бога, он теперь благословен вместе со всеми теми, кто также поверил во Христа, даже если они и не видели его так, как видел Фома. Он сказал «блаженны, не видевшие и уверовавшие». Фома приводится нам в качестве примера того, кто проявил спасительную веру во Христа и получил благословение жизни вечной благодаря вере. И об этом говорят следующие стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Чтобы получить жизнь вечную, мы должны верить в Иисуса как в Сына Божьего. Это означает, что наши глаза должны быть открыты, как уфамы, чтобы видеть в Иисусе не только человека, а Он Бог, пришедший во плоти мы также должны реагировать как Фома, принимая его как Господа и Бога, исповедуя его. Для нашего спасения важно знать и верить, что Иисус — полностью Бог и полностью человек. Вера в настоящего Иисуса является ключом к жизни вечной. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 6 главе, «Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Он сказал в 8 главе, «Истина, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Это имя Божие, я есмь. Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Они понимали, что он называл себя Богом. В 24 стихе Иисус говорит, потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Таким образом, нужно верить в божественность Христа, чтобы спастись и получить прощение грехов. В пятой главе мы видим то же самое. После того, как Иисус назвал себя Сыном Божьим, в 18 стихе сказано, «И еще более искали убить Его, иудеи, за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богом». Евреи понимали, что, называя Себя Сыном Божьим, он называл себя Богом. Они пытались побить его за богохульство. В ответ на это, Иисус не отступил от своих заявлений. Он не говорил, вы неправильно меня поняли. А вместо этого Он продолжил подтверждать свою Божественность и свою власть как Сын Божий. Например, в 23 стихе Он сказал, что воля Отца состоит в том, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. А как мы почитаем Отца? Мы поклоняемся Ему. И поэтому мы можем сказать, что Бог желает, дабы все поклонялись Сыну как Отцу. Иными словами, они должны чтить Иисуса так же, как Отца. Кто не почитает Сына как Бога, тот не почитает и Отца, пославшего Его. Вот почему так важно знать настоящего Иисуса, который является Богом. А если мы отрицаем Его божественность, то не знаем Его, а также не знаем Отца. Божественность Христа — это основополагающая истина, на которую Иисус делает ударение в 16 главе Евангелия от Матфея. Когда заявляет о создании своей церкви, он сказал, что это ключевое откровение, которое было необходимо для того, чтобы человек получил благословение жизни вечной и стал частью его церкви. Иисус начал с того, что задал своим ученикам вопрос ⁇ А вы за кого почитаете меня? ⁇ Петр ответил, провозгласив его божественность и мессианством. Он сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой живой на небесах». Тот факт, что Иисус не был просто человеком или ангелом, но Богом во плоти, также должен открыть вам Бог. А в результате этого приходит благословение спасения и жизнь вечной. Если если вы еще считаете, что Иисус не был Богом, а лишь сотворенной сущностью, то это еще вам не открылось. Вы все еще во грехах. Вы не встретились и не знаете настоящего Иисуса, Спасителя, Сына Божьего. А вы все еще не спасены. А в 18 стихе Иисус говорит, «И я говорю тебе, ты, Петр, это слово «петрос» — маленький камень, и на сем камне это слово «петра» — «огромная скала». Это сам Иисус. «И на сём камне я создам церковь мою». Слава Богу! Он говорит, «Ты Петрос, а я Петра, Иисус скала». Он говорит, и на всем камне я создам церковь мою. Церковь Христа, состоящая из всех, кто верит во Христа, строится на основании скалы самого Христа. Петр используется здесь в качестве примера всех верующих, которые приняли откровение от Бога о том, что Иисус Христос — Сын Божий. Они приняли Его, поверили и исповедали Иисуса своим Господом и Богом. В ответ на исповедание веры Петра, Иисус заверил его, что он будет благословен жизнью вечной. И теперь он стал живым камнем, частью его церкви, которая построена на основании самого Христа. Точно так же, когда кто-то принимает Христа как Господа и Бога, он объединяется со Христом, который становится его скалой спасения его основанием, его праведностью и жизнью. Таким образом, человек получает жизнь вечную и становится частью его церкви. Иисус подтвердил свое обетование спасения, сказав, «И врата ада не одолеют ее». Когда человек умирает, его душа покидает тело и отправляется к воротам ада, в Божью тюрьму под землей. Но теперь, Иисус обещает тем, кто поверит в Новый Завет, что они не попадут в ад после смерти. Врата ада не одолеют их. Вместо этого они попадут на небо. Для нас, верующих во Христа, это выйти из тела и водвориться у Господа. Слава Богу! Итак, я поделился с вами некоторыми местами из Нового Завета, которые говорят о божественности Христа. Но это откровение не только Нового Завета. В Ветхом Завете множество мест пришествия Мессии, который придет и спасет человечество от греха. Они ясно говорят, что Мессия не только будет человеком, но и Богом. Бог во плоти. Мессианские стихи постоянно говорят нам о том, что грядущий Мессия будет божественным уникальным Богом-человеком. Таким образом, Новый Завет полностью соответствует откровению Ветхого Завета и провозглашает, что все эти стихи исполнились в Иисусе Христе. И сегодня я хочу рассмотреть некоторые из мессианских стихов. Они говорят о том, что Мессия будет Богом и человеком. И когда Иисус называл себя Богом и человеком, он называл себя исполнением этих мессианских стихов. Еврейские лидеры ошиблись, когда они отвергли его заявление на основании того, что человек не может быть Богом. Мессия должен был быть Богом, чтобы быть спасителем человечества, чтобы спасти нас от власти греха смерти и ада. Библия ясно говорит, что только Бог может быть нашим спасителем. Как сказал Иона, спасение от Господа. Только Бог может спасти. Он сам ясно говорит в книге Исаии, 43 главе, «Я, я Господь, и нет спасителя, кроме меня». Мы начнем рассматривать некоторые стихи. Первый находится в Бытии, 3 главе, 15 стихе. Бог дал его после того, как человек согрешил. Он обращается к сатане, говоря: И вражду положу между тобою, то есть дьяволом, и между женою, и между семенем Твоим, и между семенем Ее. Вот главный персонаж, ее семя, это семя жены. Оно будет поражать себя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Это было предсказанием о грядущем чемпионе, мужчине, рожденном от девы, который поразит сатану. Таким образом, он уничтожит его власть над людьми. В то же время, змей, сатана, укусит его. В него проникнет смертельный яд греха. Христос исполнил эти слова, когда взял на себя яд нашего греха и умер на кресте. Слава Богу! А затем он воскрес и тем самым сокрушил сатану. Этот чемпион называется семенем жены. Это означает, что у него не будет человеческого отца. Это слово о непорочном зачатии. Греховная природа передалась людям от Адама. А это означает, что в отличие от всех остальных людей, он родится без греха. Это означает, что так как у него нет человеческого отца, сам Бог будет его отцом. Иными словами, он будет сыном Божьим. Он обладает божественной природой. Бог воплоти. Это подтверждают слова Евы, когда она дала имя своему первому сыну Каину в Бытии 4 главе. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа». Это неверный перевод. Слово от? Нет, вы в иврите. Буквально там сказано «я приобрела человека Господа». Егову. Или «я приобрела человека Господа». Ева верила, что этот обещанный Мессия будет самим Богом воплоти. Она была права но поторопилась, думая, что это Каин. Вскоре она поняла, что Каин не был мессией. На самом деле он оказался плохим мальчиком. Исаия, 7 глава, 14 стих подтверждает, что мессия, семя жены, будет самим Богом. Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот Дева, из Бытия 3 главы 15 стиха, в очреве примет и родит сына и нарекут имя Ему Эммануил, что означает Бог с нами. Мы видим человеческого ребенка, который также является Богом. Семя жены Эммануил. Это говорит нам о том, что Он Бог и человек. Новый Завет говорит, что Иисус исполнил это Словом. У Матфея сказано, родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их а все сие произошло, да сбудет сореченное Господом через пророка, который говорит, «А вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что означает «С нами Бог». Бог стал человеком в образе Иисуса Христа, Исайя 9 глава, 6 стих, дает нам подробное описание этого, Бога-человека, ибо младенец родился нам. Это говорит о его человечности. Сын дан нам. Это его божественность. Он вечно существующий, Сын Божий, который был дан нам для спасения. Далее говорится, владычество на раменах его, и нарекут имя ему. Это его природа. «Чудный» или «чудотворец», «советник», «он учитель». А затем сказано «Бог крепкий». Это слово «эльгибор». Оно говорит о том, что он Бог. В следующей главе, это 10 глава Исаии, 21 стих, используется то же имя. Там сказано «остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному». А заканчивается этот стих тем, что его будут звать Отцом Вечности, Источником Жизни Вечной и Князем Мира. А у Михея, в пятой главе втором стихе, говорится о том, где родится Мессия, а также то, что он будет Богом и Человеком. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» Из тебя произойдет мне Тот, который должен быть владыкою в Израиле. Это описание Его рождения как человека. Но далее говорится, что его настоящее начало не в Вифлееме. Сказано, «и которого происхождение изначала от дней вечных». Это описание его божественности. После того, как говорится о том, что он родится в Вифлееме, сказано, что он будет отличаться от других, потому что его человеческое рождение – не начало его существования. Он вечный Бог, который выбрал время в истории, чтобы облечься в человеческую плоть и родиться в Вифлееме. Новый Завет подтверждает это. Мы читаем об этом у Матфея во второй главе. Теперь мы поговорим о том, что Иисус родился в Вифлееме. Почему? Это был город Давида, в котором родился Давид. Бог обещал Давиду, что Мессия будет одним из его сыновей. А вот почему один из титулов Мессии — «Сын Давидов». Бог обещал Давиду династию, которая будет править вечно на престоле Давида в Иерусалиме, и что однажды один из его потомков, Мессия, будет вечно править в вечном царстве. Об этом говорится в первой книге Паралипоменон, 17 главе. Мы называем это «Заветом Давида». «Когда исполнятся дни твои, Бог говорит Давиду, и ты отойдешь к отцам Твоим, тогда я восставлю семя Твое после тебя, миссию, которая будет из сынов Твоих, и утвержу царство Его. Он построит мне дом и утвержу престол Его навеки. Я буду Ему Отцом, и Он будет мне сыном. Иными словами, он будет Сыном Божьим. «И милости моей не отниму от Него, как я отнял от того, который был прежде тебя», то есть от Саула. «Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечным». Этот Мессия вечный. Он будет не просто человеком, а вечным Богом. И Иеремия подтверждает это в 23 главе. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Это праведная отрасль Давида, который станет царем, является обещанным Мессией в его человечности. Он сын Давида. А следующий стих говорит о его божественности. «В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше, Егова Циткейну, его имя Одно из имен Бога. Его называют Еговой. Если бы он не был Богом, его бы не называли Иеговой. Бог говорит у Исаии в 42 главе, Я Господь. Я Иегова. Это мое имя. И не дам славы моей ином. Никто не может называться Богом, кроме Иеговы. Таким образом, Мессия должен быть самим Иеговой. Во втором псалме Мессию называют Сыном Божьим. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Буквально «Мессию». «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, яростью свою приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Все это исполнилось в воскресении и вознесении Иисуса, когда Он стал царем и получил всю власть над землей. А в седьмом стихе Мессия говорит, Возвещу определение. Господь сказал мне, ⁇ Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Этот помазанный царь, Мессия, также является сыном Божьим, который будет управлять всей землей. А это означает, что он Бог. 71-й псалом описывает правление Царя Мессии. Полное совершенство и абсолютная праведность, бесконечность и его глобальное правление говорит о том, что это правление обещанного Мессии, когда вся земля будет наполнена славой Божьей. В первом стихе его называют Царем и Сыном Царя. Там сказано, «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду». Это говорит, что он сын самого Бога. Его правление будет вечным. «И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна, в роды родов. В одни его процветет праведник, и будет обилие мира доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. И поклонятся ему все цари, все народы будут служиться ему. Он будет вовек, и люди будут благословенны. Сказано, будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его. Царь Мессия, Сын Божий, может быть лишь самим Богом, явленным во плоти. Это подтверждает то, что мы видели в других мессианских стихах. В притчах 30 главе 4 стихе мы видим важные вопросы. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли?» А затем мы видим еще два вопроса. Во-первых, какое имя ему, а во-вторых, и какое имя сыну его. Знаешь ли? Мы все знаем ответ на первый вопрос. Это имя Бога Творца, Иегова, Яхве или Ехова. Но в притчах также говорится, что у него есть сын. У Бога есть сын. Это сын Божий. И здесь спрашивается, а какое же у него имя? Какое имя у Сына Божьего? Здесь говорится о том, кто сошел с небес и поднялся на небо. Мы знаем его имя, не так ли? Мы знаем того, кто сошел с небес и стал человеком, пострадал и умер за наши грехи. Ну, а затем он вознесся на небо. Это работа Сына Божьего. Мы с вами знаем его имя. Слава Богу. Его зовут Иешуа Хамашеах, Иисус из Назарета. Он наш Господь и Спаситель Вечный. Наш Бог в котором мы благословлены спасением и вечной жизнью. Иисус ⁇ Сын самого Бога. Он исполнил все пророчества о Боге человеке в Ветхом Завете и в Новом Завете. Поэтому мы должны поклоняться Ему всем своим сердцем и не смущаться, как сказано в Евангелии от Иоанна.